I could be the reason your hair's a mess, the bass drum beating way down deep in your chest, if I could be the voice on your radio, then I could be your long ride home. If mine could be the name that changes yours, the wine in your glass, the swing on your porch, the dollar in your pocket and the peaceful in your sleep, then I'd be what you mean to me. Standing here watching you, turning every head in this crowded room, the lights down low, dancing slow, oh, it falling's how you feel, and perfect's what you see, then I'd be what you mean to me. Be what you mean to me. Standing here watching you, turning every head in this crowded room, the lights down low, dancing slow, oh, it falling's how you feel, and perfect's what you see, and that'd be what you mean to me. What you mean to me. And oh, all of this talking makes you laugh, but I've gotta let you know just how I feel while I'm standing here watching you, turning every head in this crowded room, slow, oh, it falling's how you feel, and perfect's what you see, then I'd be what you mean to me. Yeah, falling's how you feel, and perfect's what you see, then I'd be what you mean. What you mean to me. Oh, be what you mean, what you mean, what you mean, what you mean to me. Yeah, falling's how you feel, and perfect's what you see, then I'd be what you mean. What you mean to me. Oh, be what you mean, what you mean, what you mean, what you mean to me. С Никитой мы познакомились 5 ноября 2017 года. Это было неожиданно. Брат купил машину и решил ему показать ее. И так получилось, что мы поехали все вместе гулять. И мы увидели друг друга, и он... я ему очень сильно понравилась.
невесты еще нету. Невеста еще есть. А, стой, стой, стой! Стой! Уехала. Никита мне сделал предложение 15 декабря. Это было очень неожиданно. Он сделал это в Симферополе, в парке, в темноте. Он встал на колено и сказал: «Будь моей женой». Никита, солнышко мое, я тебя очень сильно жду, я тебя люблю безумно.
жду тебя, поскорее забирай меня отсюда, увози куда-нибудь далеко, чтобы мы были с тобой только вдвоем. Я тебя люблю, целочка. Вещь прошла по всей округе, что невеста у вас есть, что не можно глаз отвести, правда? Да, есть белокура. О, красотка. Черногруда? Да, конечно. А можно показать? Мамидона молока. Подожди, вот подожди. Вот такие окорока. Вот теперь она нам подходит. Подходит? Ну, и... Да. Вот, жених, теперь никуда не денешься. Расскажи, почему ты женишься? Подожди, он еще не женится. Ну? Да. Нас интересует первая, не невеста, приданная. Да, она правильно. Не переживай. Потом теща, что там она? Стоит. Какая да, теща будет, эта невеста? Да, да, теща да, у нас в России. О! Уезжаем! И то смотрите, сколько запросите. А мы скромненько. Да сколько? Потому что у нас нет женихов. Вот это все дорогие. Это дорогие? Самые дешевые. А эти все. О. Ну давайте нам подешевле. Как-то. Подешевле? А сколько с нас? Одна растет. Нет, давайте сколько вы будете. 3 рубля. Почему женишься? Выбирайся. Так подожди, еще жениться. Невеста не видали, но жениться. Пускай ногу покажут. Невеста, ногу? Не, не могу. Ну хоть что-нибудь пусть покажут. А вдруг вот эта невеста? Откуда мы знаем? Ну покажи, руку покажи. А, дай мне покажу. Отправить. Невесту покажите. Берем что-нибудь, пожалуйста. Покажите немножко невесты нам. Хотя бы руку. Спрятали мы ее далеко. Обманули, да? Обманули, да? Помашина. Разворачивай. Никита, приданное мы там посмотрим, да? Покажите приданное. Кошечки, собачки, понятно. В общем так, а что вы там смотрите? А нет, невесту Итак, Никита, ты как самый дешевый жених, не, вернее, по деньгам за выкуп за невесту, дорогой жених. Выбирай, расскажи нам. Жениться хочешь? Хочу. До конца. Подождите, дайте мне сват еще. Сват! Мы их замуровали. Сват! Не показывайте, они не дают денег. Они живы, что дерево без гусеницы. Покажи! Не показывайте! Читай громко, чтобы слышали. Мама приказала. Казалось, жениться. Говорит, не, не, подождите, он прикажет у нас. Он как на работе командир, ему не могут приказывать. Нет. Если не согласен, плати. Если не согласен, плати. А какой приказ? Резон, дай 5 рублей. Больше не давай. Все, не показывай, сейчас накинутся. У меня тоже есть, сейчас напишу. Мелочь есть там? А что приказать? Не, Мелочь, 5 рублей, это не 5 тысяч. Это за приказание, кому давать? Это очень 5 рублей, другие понимания. Коронавирус, зарплаты нет, работы нет. Да, вы на государство работаете.
держит. Я здесь. У нас без компромисса. За эти деньги я сам за него замуж выйду. Наталья, 16 сентября все закроют обратно. Так города можно доехать. Я не понимаю, за что мы платим. Так вы сами сказали, за ответ правильный ответ. Я поняла. Он сказал, мама приказала. Дружок сказал, у нас приказы не дают. Он сам у нас генерал. Он сам командир. Ладно, давай еще 50. Больше не дадим, хоть убейте. Давайте еще. Мы хотим, дадим 50. Вы нам 25 рублей сдачи дадите. 25 рублей сдачи. Пойдемте, ни вам, ни нам. 50 это много, никто. 50 это много. Невеста заставила. Давай я выживаю. Точно, невеста заставила. Я хочу сказать уже свои господа. Я уже подъял, у него не падает. Невеста заставила. Как у мамы вышла по залету. Пока 200. Давай еще, давай еще. Нет, все, не давай. Пока не заплатят за те, не давай. Вы не берете. Да что, подайте нам еще одно сердечко. На тебе 100 рублей. Никита, бери. Еще 50. На. Еще перебери. Еще перебери. Это много. По расчету. А, по расчету точно. У него ничего нет. Вообще ничего нет. Десятчик один, можно? А лучше вот так. Василий, они не такие. Можно я тоже туда иду? Это можешь громко читать. Короче, сейчас через забор прыгаем и все. Чем мы тут причаскаемся? Женюсь, потому что люблю. Погромче. Я не говори на меня кум, пока ты с той стороны. Это палочка, ты калочка, зубы чистить, мясо не давай. Протыкаешь шарик, говоришь, какой у нас жених. Красивый, стройный. Не повторяем. Подожди. А сколько шариков? А что, мы вам сами сейчас скажем, какой? Все, что видите. Можно сразу все пройти сразу? Давай, да. Ну, одним словом, что ли, скажешь? Красивый. Говори громко. Красивый. Yes. Умный. Пойдет. Любящий. Любящий. И позадный. И позадный. Пойдет. Талантливый. Талантливый. Сильный. Статный. О, такие. И очень красивый. Ты еще генерал. Так, подождите, это уже наголо. А ты бы не так не было. Пойдет такая. Давайте вторую, у нас же не похоже. Все, влит? Или вы не согласны? Еще одну. Еще одну? Все одну. Пошли. Сколько берем за следующую? Давай следующую. Ладно, только деньги сразу. Ага, шишала. Деньги сразу. Бесплатно, там нет. Открывай, показывай, что ты выбрал. Ты что думаешь? Смотри, что мы тут приехали, кортеж 12 машин, бля, да, уже платить будем. Я тебе говорил. Точно я в молодости. А что я имею? А первая? Давайте выбирай, эту тоже берем. Это я в молодости. Красавица. Мы вам всех вместе выйдем. А это моя семья. Мы сейчас с чемоданом. А это собаку выдают или что? Собаку? А кто из них кто? А кто из них? Нам надо интересно. С чемоданом все вместе. У меня сердце ёкнуло. Я тоже могу там? Будем брать. Кому надо? Будем брать. Кому надо? А это зубы вставишь. Жрать не будем. Будь только пить. Вот, нормально сейчас. Да, это берем. Пойдет? Зачем ты женился? Ну, короче, мы берем всех. Нет, вот это не берем. Вот это нам устраивает. Все. Нас устраивает. Девочки, давайте зайдем. Ну, давай. Кубанские дамы, да, не делайте. Да, это много. Давай, 100 рублей кубанцев. Какой следующий? Да, нет, мы что, не помним. Мы пойдем по восходящей. За масками еще не поздно. А деньги 500 рублей. Вот так берем, делаем аккуратненько. Расслаживаем. Дальше не надо. Вот, вот. И сечем. Ну ладно. Мы не прорвемся.
все-таки сдачу. Нет, не пойдет. Как не пойдет? Не так, и вам что? Дешевле, мы вам скидку сделали. А не нам это. В честь коронавируса. У нас дальше дверь стоит. Дочка дружка. На еще сдачу. Жениха. Она не поведет. Больше не дадим. Я ее знаю. Что говорит? Значит, мы хотим проверить, какой у нас жених. Что проверять? Невесту покажи. Мы ему даем фотографии. Причиндалы. Это надо дружка одеть, чтобы он был сам у нас показать. Давай. Давай. Дружок у нас был самый красивый. Давай фотографии. Покажи, какой же будешь будущий отец. Нет, одевай. Это няньки. А ты Нет. А инструкцию дайте, как одевать? Там все написано на извороте. Пусть свидетельница помогает. Не свидетельница. А где она, правда? А ее надо выкупить еще. Не нужна. Не нужна. Да. Нам и... А что, жених-то не помогает? Нет. А он у нас для красоты и для любви. Смотри, какие, да? Бракованный, да, или как? Пятна есть. Не плати. На быстрой стирке. Сваха. Очень мило, кстати. Одеваем. Дром, помоги. Так, давай. Это наши командир соску в рот, чтобы молчала. Нет, братан, прости, но... Можно вот так вот? Так красивее. Ну, в принципе, заботливый, да, пойдет? Подожди, пойдет, еще не одели. А вам уже все, пойдет. Можно развернуть? Пойдет такой? Пойдет младенец. Не стесняйся, поедешь в ЗАГС. Ну, времени успеваем? Уже ребенок. Уже опоздаем, уже опоздаем. Вот ромашка полевая. Давайте, невеста, расскажи, давай, невеста. Вот полевая, она невесту дает. Ай, калала, цыгане. Вот ромашка полевая. Отрывай лепесток и расскажи нам про циферки. Мы этого не умеем. Давай, Никита, иди сюда. Давай цифры. Бери ниже. Давай, снова. Нижние бери. Бери. Нет, бери. Отрывай и смотри. Эти кубики мы сейчас выкинем, любую цифру. Что такое 33? Что это такое? По размеру обуви. Размер обуви. Пойдет. Я и сам знал. Ё-моё. 4. Размер груди. Нет, да? Да, ты какая-то, может, 4 друга у тебя. Мы же познакомились. 4 ноября познакомились. Нет. Нет? Нет. 5 уже познакомились. 4 зуба у невесты. 4-й дом. Да, Мира 4, точно. 15 начала целоваться. На следующий было. Да. Да, не, ну не 15. Это мой день рождения. Нет. 15 у тебя день рождения. Ну, нет. Ну что нет? А что ты, Миша, еще что-то придумал? Это же моя невеста. Мы лучше подарки готовим. Мира 4, точно, пойди поставь. У меня вообще сомнения. Причем тут цифра 15, правда? Может, вы нам какую-то... Ну вот я хочу, что это была за дата у вас? 15. Может, предложение сделал? Никитос. Да, предложение сделал 15 декабря. Пойдет. Давайте деньги назад. А что вы назад? Ответы не даете. Здесь еще цифры, которых я все не знаю. 2. Что такое 2? На двух ногах ходит пока. Это после единицы идет. Ну, где дело? 2 года встречаете. Сколько 2 года встречаешься? 3 будет, эту выбросим. Сколько будет? 1. 1 любимый. Да, 1 августа. Нам было... Нет, не знать, нет. Платите теперь. Сейчас. Так можно везде сказать. Пошлите уже. Это одна единственная для Никиты. Есть, пойдет. Бабушка ключик заслужил? Заслужил ключик. Мы ни за что не заплатим. Бабуля, давайте мы. Она хочет услышать... ласковые слова. Ну так, чтобы она слышала. Так еще как она любит. Да мы не знаем, она как там. Как ты ее любишь? Ну, пошагай. А можно на руках? Пожалуйста. Дружок, давай исполни. Где ноги, там руки ставь. Руки ставь вот так. Смотри, что ты держи так. Говори в словах. Громко. Люблю. Громче. Не надо
слышишь? Регина, давай. Ну, ну, а что мы будем здесь? Так люблю. Люблю там очень сильно, писать, искренне. Вот. И только пойдем. Тебя одну. Ну, дальше я тебе скажу так. Дальше у нас ленточка Алла. Ленточка Алла. Там, ну там, что, жених? Покупай ножницы. Так, 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 мы с женихом разговариваем. Стоп, стоп. Пока еще нету жениха. Пали, пали. Пали! Куда? Не пойдет! А что ее? А что ее режешь? Смотри, нет, 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 все! А можно альтернативу? Можно альтернативу? Без рук? Нет, 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 нет. А я если вот так. Я не помню, давайте оторвем, не пойму. И так нельзя. Не пойдет. Показывай ножницы. И вас звучит. У нас есть два, ну, двое ножниц. Но. Одни стоят 5000. Иди на кухню, возьми нож. Рублей! 5000 рублей, никак вы там, 5 рублей, все, 121 век, я говорю, 5 и 3 нуля. Ребята, разворачивайтесь, поехали. Так он жениться собрал. Короче, слушайте меня. Жених наш завидный. Так, работящий. У нас невеста тоже хороша. А мы ее не видели, не знаю. Может, у нас невеста тоже хорошая. Какой город нарисован на 5000-й купюре? Нет. Да. Скажите, какой город? Кто кого выкупает? Габара. Нам куда приехала? Габара. Ну давай. Габара. Покажите, как он. За бесплатно. Ножницами режут. Кто сильный мужчина? Давай. Да подожди ты. Даша, не пускай. Давай дальше, вот так. Рви, знай. Не хотят рви, да, вот так. Нет, за 5 минут. Тетки, по-любому пару зубами тебе грызут. Не пойдет, все, все, все. А что не пойдет? Давай, мальчик. Давай, мальчик, сюда порвем его, у меня силы просто нет. Орвать нельзя, мы все равно не пустим. Нет, знай, ты же не надо ее разорвать. Ну и чё? Поехали! Один деньги! Пока мы стояли, уже не было женихов. Нет, нет! Можно не платить? У меня есть старые ножки! Они не хотят платить! Пусть денег нет! А уже у вас есть невеста, а вы там это... У нас невеста есть! Невозможно глаз отвести! Идите тогда еще ждите, пока подрастет. Пойдет! Давай! Пойдет! Сейчас отдадим замуж. Ладно, за! У кого ножницы есть запасные в кармане? Моими. Да что вы мучаетесь? Ну дайте вы уже одной купюры и все. Это тут нормально. Я сейчас нарисую. Нарисовать не надо. Нет, нам живые деньги нужны. Налейте, нарисуйте. Как это же мы живые? Это же живые. А что? Живые. Сейчас деньги не фальные. Живых их нет. Это деньги за меня. Что? Давай, продавай. А кому чего? Приказ, командир. Видать, она не хочет замуж. Другая бужака. Кошечка приготовила, чтобы женить. Да. Команду дай. Мила! 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 Ну? Ну, 5 нет, то есть по 5 рублей соберем. Да, ну, давай, собирайте, да, все. Даем, не беру. Лади Кавказ. Даем меньше. Ну? Покажи, что вы тогда едете? Если он собрался, зачем вы идете? Зачем вы верна? Пойдем за стол. Мы за стол поешь невесты. Ой, ладно, мы поняли. Давайте, не
Мы пока пенсионерку зачем? Хочет пять. Давайте расписку дадим. А можно не лезть? Сейчас плывем и все. Сейчас мы отдали. Передаю мне сейчас. Ура! Маловато. Братан, давай еще денег дадим мне кредит. Говори. Где лимон? Давай дайте за лимон возьмем. Любовь это никакими деньгами. Дорогие наши дети, благословляем вас на верный и долгий путь, чтобы вы прошли вместе без горести, только счастья, здоровья вам, всего-всего хорошего. Связывайте их, понятно? Руки вы не развязываете. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know that you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. See?